Это наш конец! Что происходит? Все взрывается! Я всего лишь поделил на ноль! Всем привет! Пачаны. И вы, наверное, обратили внимание на название. Почему же это видео самое лучшее? Да потому что я выполнил все, что вы просили. Точнее, половина из них были какие-то левые люди, да, ну неважно. Итак, некий Найт Асакура написал: «Сними, как пылесос с админом сражается». Да, вы можете подумать, что за фигня? Но на самом деле из этого можно снять крутой голливудский фильм. Типа этого. Пылесос win. Альберто захотел, чтобы я снял про то, если бы в Майнкрафте был бы всего лишь один куб. Пуф, пожалуйста. Ну, сейчас посмотрим, что они ввели новой версии Майнкрафта. Так, ну тут все так же. Имя и название карты ввести, ну так, ну, креативно. Ничего новенького вроде бы. Нужно ввести ключ генератора мира, ну давайте создаем мир. А куда подевались все блоки? Где делись все блоки? Ха, один только остался. Ладно, давайте попробуем сломать его. А, нос нужно почесать. О, нет. О, нет! За что мне все это? Нет! Мы все помним Стива. Стива, который жил в мире с одним блоком. Он достойно прожил всю свою жизнь. А потом он зареспавнился. Чё? Ксения пожелала, чтобы я снял Боши. Я вообще, хотя что это такое? Никогда не играл, только установил. Так, прыжок. Ничего ведь сложного. Почему все так говорят об этой игре? Так, что там дальше? Сними про против нуба. Скучно. Сними свою мамашу. Не актуально. Так, стоп. А между прочим, обидно было. Хоррор. Азаза. Мне лень качать какой-то хоррор, поэтому я просто поиграю в карту Гаррис Мод. Так, что-то тут немного полыни мытые. Не знаю, что... Уйди от меня, грязный пень! Что вам надо? Ну вот и подошло видео к концу. Я выполнил все просьбы. Ну а пока-пока и до новых встреч. И никакой халфы третий.